Всем привет! Вчера записал длинный рэп минут на 10, но карта закозлила. Когда вернулся домой, узнал, что модель моего телефона постоянно рамсит с этими, с картами памяти. Ну черт с ней. Просили рассказать про пилораму. Так, да. Смотрящие стукачи тут были, во всяком случае в прошлом году. Может и сейчас есть, но прошлогоднего кадра я не вижу. Вместо него в этот раз куча камер во всех щелях. Вот, например, там. Так, что еще? Ну, забавный такой момент. Местные китайцы, хозяева пилорам, берут себе русские имена, вероятно, для простоты общения. Хозяин местный зовет себя Максим. Его напарница, тоже китаянка, Тася. Первый китаец, у которого я работал, звал себя Дима. Еще тут есть такой известный персонаж, зовут Валентин, тоже китаец. Еще Женя китаец. Наверное, еще есть, но про других я не слышал. В этом году возле клуба появились новые скамейки. На каждой скамейке табличка. Какая? Кто из местных олигархов расщедрился и поставил скамеечку? То есть кому надо кланяться в ножки? Они, не напрягаясь, могли бы тут все заасфальтировать. Наверное, им достаточно того, что асфальт здесь лежит, по меньшей мере, по документам. Поэтому они не парятся. Вот, поставили себе такие памятники. Меценаты хреновые. Так, пекло стоит уже который день, не знаю. Вода к обеду прогревается так, что кипяток бежит, руки обжигает. Где брать воду, чтобы пить, никто не знает. Так. Пожалуй, наверное, все. До новых встреч.